Всем привет, дорогие друзья, с вами Саня и мастерская «Сами с ключами». И у людей некоторых возникает вопрос, как перебортовать покрышку, если вы в дороге. В принципе, сделать это абсолютно несложно, если у вас, конечно, штампованный диск. Если алюминиевый диск, то крайне не советую так делать, скорее всего, сломаете. То есть, что нам нужно? Кувалда. Монтажка, кусочек уголка, ну и какой-нибудь ключ, на вроде ключа на 19. Вы, конечно, можете меня спросить, откуда же я возьму все это в дороге? А я могу вам сказать, а как вы без этого ездите? Это вообще самые нужные вещи в машине. Для начала, естественно, возьмем миппель. Крышечку точнее, и выкрутим золотник. То есть выкрутим. Дальше берем кусок уголка. Вставляем его между покрышкой и диском и забиваем. Как вы видите, покрышка от диска отделилась. И так делаем по всему кругу. Готово. Итак, дальше нам что нужно? Взять монтажку и вывернуть колесо. Как вы видите, вот если мы вывернем колесо, то оно обратно завернется. Поэтому вставляем в отвернутую часть ключ и начинаем буквально по чуть-чуть выворачиваем покрышку. То есть самое маленькое, что вы можете вставить монтажку, расстояние такое вставляем и выворачиваем. Если возьмете много, сразу загнете покрышку. Ой, загнете диск. Поэтому по чуть-чуть и выворачиваем всю покрышку наверх. Все, дальше достаем камеру. Примерно так. Итак, после того, как вы либо заклеили камеру, либо взяли новую. Поехали все засовывать назад. Итак, дальше уже полностью сдуваем камеру. Чем лучше сдуете, тем легче засунуть. Проталкиваем все это дело под покрышку. Разравниваем все, чтобы у нас не было завертышей всяких. Все затолкали, вставляем сосок на место в дырочку и все до конца выравниваем. Вот так. И теперь точно так же начинаем все это дело забортовывать. Сначала просто ногами заталкиваем как есть, сколько можем, и по чуть-чуть также начинаем заворачивать. Потихоньку, никуда не торопимся, буквально заворачиваем по, ну, примерно сантиметров по 5 за раз. То есть вот взяли, оп, взяли 5 сантиметров, завернули, взяли 5 сантиметров, завернули. Возьмете много, то есть вот сейчас я возьму много, хоп, хоп, и уже никак. Обязательно смотрим на ту сторону, чтобы она у нас
не, как и зовут-то, не закрепилось на диске. Вот так вот надо сказать. Все, и вот так вот буквально по чуть-чуть заворачиваем всю покрышку до конца. Вот видите, много взял и уже не смог завернуть. По чуть-чуть, и все. Все мы завернули. Дальше берем компрессор. Ну или насос. Если еще у кого-то есть ручные насосы. И накачиваем покрышку. Желательно, конечно, ее смазать чем-нибудь, вроде мыла. Тогда она сядет лучше. То есть накачиваем. Обязательно должно быть два щелчка. Один сверху, один снизу. То есть покрышка должна сесть на диск. Вот слышали один щелчок. Второй щелчок будет чуть позже. Но я не знаю, его, по-моему, будет не слышно. Ну вот и все. Дальше уже вставляем золотник на место и закручиваем. Дальше нам нужно выправить сам диск. У нас диск, во-первых, и в дороге был мятый, и в принципе сейчас мы его слегка погнули какие-то части. Поэтому берем молоток, берем точнее два лучше молотка, можно молоток и кувалду, и выправляем диск уже на накачанной покрышке обязательно. Просто берем и колотим так, как надо. Он у нас в основном встает ровно, ровно так, как он должен быть. Обязательно на накачанной покрышке, чтобы он у нас не завернулся в какую-нибудь там ненужную сторону. Точно так же делаем и со второй стороны. Вот так, в принципе, примерно минут за 10 можно вытащить камеру, заклеить ее и обратно собрать буквально на месте. Ну что, кому понравилось такое видео, естественно, лайк. Кому не понравилось, дизлайк, комментарий. Ну и все. Всем пока, удачи, два туза в раздаче. Всем пока. Пока.